Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Duet 2000 года выпуска. Двигатель 1 литр бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 201 тысяча километров. Заменю на нем втулки переднего стабилизатора. Поднимаю автомобиль, снимаю для удобства оба передних колеса. Поднял автомобиль. Вот втулки переднего стабилизатора, они спереди на подрамнике прикручены. И непонятно, почему стабилизатор так гуляет из стороны в сторону. Натерто как с одной стороны, так и с другой стороны. И здесь картина точно такая же. Получается, что стабилизатор ходит. Хотя втулки стоят на стабилизаторе, то есть на подрамнике. И рычаги стоят на подрамнике. От чего такое хождение, не знаю, но тем не менее, здесь все выбито. Вон, светится насквозь. Ладно, не столь важно. С обоих сторон откручиваю гайки на рычагах. И откручиваю сам стабилизатор. Головка на 17. Меняется, в принципе, легко. Вообще ничего сложного нету. Снимаю шайбу. И выдергиваю втулку. Втулка уже набита. Как с одной, так и с другой стороны. Она просто гуляет. Теперь откручиваю сам стабилизатор. И снимаю скобу. Со второй стороны все точно так же. Хорошо видно, втулка просто гуляет, а стабилизатор вот как натерт. Также и здесь. Снимаю втулку. На рычаг буду втулки ставить фирмы Zekert GM1798. Такие втулочки идут. Устанавливаю
и вставляю на место. Также вторую. Ставлю шайбу и наживляю гайку, пока не затягиваю. Втулки стабилизатора точка опоры полиуретановый артикул 101-01-845. Вот такие вот полиуретановые втулочки. Смазка идет. Втулки идут не разрезные, я ее разрежу, потому что с этой стороны ее не натянуть. Втулки отсюда я натянуть не смогу, потому что вот эти шайбы, они приваренные к стабилизатору. Только установка отсюда. Смазываю резьбу. Втулки я разрезал и смазал немножко внутри той смазкой, которая идет в комплекте. Внутри она как бы такая немножко фигурная, армированная, идет ромбиком для задержки смазки. Сравнить диаметр. Старая втулка, новая втулка. Насколько он разбитый. Одеваю на место втулку. Ну и вторую сторону. Одеваю и наживляю скобы. Скобы здесь стояли, вот этот длинный кончик назад со срезанными уголками, прямой вперед. И здесь тоже. Хорошо, птицы поют. Весело. Если вот по этой втулке посмотреть, как она зажалась, и вверху шов разрезан, который я сделал, он сошелся. Вот эта сторона еще не зажата, и шов видно, какой он широкий. А зажимая, все нормально сходится. С этой стороны
затянул, и со второй стороны затянул, затягиваю гайку на рычаге. Здесь втулки, они подвижные, поэтому необходимости на опущенном автомобиле затягивать нету. Хотя много людей, много мнений. Кто считает, что нужно, можно опустить и затянуть на опущенном автомобиле. Вот и все. Втулка прижата. Как здесь, так и здесь. Зазора не стало, который был. Был большой зазор. С этой стороны я тоже заменил. Здесь я менял рычаг и сразу установил новые втулки. На этом все. Стабилизатор больше гулять не будет. Я вот даже сейчас подергаю. Никаких подвижек нету. Вот теперь этих натертостей слева и справа не будет. На этом замену втулок переднего стабилизатора я закончил. Всего вам доброго.